Здравствуйте, дорогие ученики! Начинаем наш очередной урок. У нас сегодня урок русского языка, и тема у нас «Союзы». Ребята, в прошлый раз мы с вами начали рассматривать тему «Служебные части речи». Так вот, союз «Боглоче» – это служебная часть речи. Союзы связывают однородные части речи в составе простого предложения и простые предложения в составе сложного предложения. Например, Алишер и Акром читали книгу. Это простое предложение, связанное с помощью союза «и». В поле дул ветер, и трава шумела. Сложное предложение, тоже соединенное при помощи союза «и». Ребята, по строению союза бывают простые союзы. То есть простые союзы состоят из одного слова. Это такие союзы, как «и», «что», «или», «как», «однако», «зато». Еще по строению союза бывают составные. Составные союзы состоят из нескольких слов. «Потому что», «в то время как», «так как». По значению, ребята, союзы делятся на сочинительные союзы и на подчинительные союзы. Рассмотрим сперва сочинительные союзы. Сочинительные союзы связывают однородные члены предложения и части сложно сочиненного предложения. Не по словам судят, а по делам. По словам, по делам. Труд кормит, а лень портит. Кормит, портит. Сочинительные союзы, в свою очередь, делятся на подгруппы. Первые сочинительные союзы – это соединительные союзы. Обычно передают значение одновременности и последовательности. Они соединяют предложение. С поля подул тихий ветер и принес с собой запах цветов. Союз «и» соединяет части предложения. Следующий союз – противительные союзы. Они могут передавать значение противопоставления или же несоответствия. Иван Петрович ушел, а я остался. Союз «а». И третья группа сочинительных союзов – это разделительные союзы. Разделительные союзы имеют значение разделения, чередования. Всю ночь огонь то разгорался, то угасал. Союз – то, то. Посмотрите, пожалуйста, на сочинительные союзы. Соединительные союзы. Бректруче боглоучеляр. И, да, тоже, также, ни-ни, не только, но и, как, так и. На родном языке. Ва, хам, хамда, блян, эсам, бульса, бульмаса. Противительные союзы. Зедлоуче боглоучеляр. А, но, да, зато, однако же. Амма, лекин, брок. И разделительные союзы «или», 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 «либо», «то», «то», «не то», «не то», «не то», «не то», «ё», «ёки», «ёхут», «базан», «базан», «ёх», «ёх», «дам», «дам». Следующая группа союзов по строению – это подчинительные союзы. Подчинительные союзы связывают части сложно подчиненного предложения, о чем вы и говорили в 9 классе. Великие предметы искусства велики потому, что они доступны и понятны всем. Вот какие бывают подчинительные союзы. Эргаштруче, боглоучеляр. Изъяснительные, то есть изъясняет то, что происходило в одном из предложений. Что, чтобы, как и другие.
Захлоуче, тольдруче. Причинные. Сабаб. Потому что, от того, что, так как, ввиду того, что, благодаря тому, что, вследствие того, что, в связи с тем, что. Чунки. Целевые. Махсат. Чтобы, чтоб, для того, чтобы, с тем, чтобы. Таки. Временные. Вакт. Когда, лишь только, пока, едва, с тех пор, как, в то время, когда. Качан. Условные. Шарт. Если, если бы, разли, раз, ли, ежели, аяр. Сравнительные. Так кослаш. Как будто, словно, как будто. Точно чем? Гоя, гояки. Уступительные. Хотя, несмотря на то, что как ни. И следствие. Так что шунинь учун. Акабат. Ребята, а теперь давайте перейдем к тем упражнениям, которые даются у вас в учебнике. Откройте, пожалуйста, учебники, страницу 96. Упражнение первое. Прочитайте предложение, вставив подходящие сочинительные союзы «и», «но», «а». Нам даются несколько упражнений, вернее сказать, 8 упражнений. Мы должны там вместо точек вставить подходящие сочинительные союзы. Вот это упражнение. У вас есть время, чтобы вставить хотя бы устно. Попробуйте, ребята. А теперь давайте проверим. Проект интересен и экономичен. Союз «и». Стиль здания не готический, а классический. Союз «а». Окна не широкие, но высокие. Союз «но». Отделка выполнена из ганча, а не из кирпича. Союз «а». Надеюсь, вы правильно расставили союзы. Следующее упражнение. Подберите вторую часть сложного предложения, употребив указанные в скобках союзы. Нам дается первая часть предложения, ребята. На открытие выставки пригласили молодых архитекторов. И даются союзы. И, однако, чтобы, когда, потому что, хотя, так что. Мы должны дополнить предложение. Давайте проверим, как мы ее выполнили. На открытие выставки пригласили молодых архитекторов, однако никто не смог прийти. На открытие выставки пригласили молодых архитекторов, и никто не отказался. На открытие выставки пригласили молодых архитекторов, потому что мы хотели поздравить их с победой в конкурсе. На открытие выставки пригласили молодых архитекторов, чтобы вручить им награду за победу. Вот, обратите внимание на пятое, ребята. Здесь идет немножечко подвох. Вы должны поставить то, что нам дается, во вторую часть предложения, иначе у нас она будет звучать немножечко по-другому. Когда подготовка к юбилею закончилась, на открытие выставки пригласили молодых архитекторов. На открытие выставки пригласили молодых архитекторов, хотя все очень волновались. И последнее. На открытие выставки пригласили молодых архитекторов, так что нужны были дополнительные стулья. Я надеюсь, что вы правильно выполнили задание.
Упражнение четвертое, ребята. Вам в учебнике дается текст «Туркестанский Бенуа». Вы должны его внимательно прочитать и ответить на вопросы к нему. Первый вопрос. Где можно увидеть творение Бенуа? Почему дворец эмира в Новой Бухаре считают наиболее примечательной постройкой конца XIX века? И чем интересен дворец князя Романова в Ташкенте? Я надеюсь, что вы внимательно прочитаете текст и ответите на вопросы. Упражнение пятое у нас связано с этим текстом. Нам даются выделенные слова. Мы должны назвать их разряды. Просмотрите, пожалуйста, текст. Первое слово – союз «хотя». Первый союз – союз «хотя». Уступительный союз. Второе – союз «но». Противительный. Третий – союз «что». Изъяснительный. Следующий – союз «как». Сравнительный союз. Союз «также». Соединительный союз. И союз «и» – тоже соединительный союз. Если вы обратили внимание, то у нас подчинительных союзов больше, чем сочинительных союзов. Упражнение шестое. Нужно прочитать русские народные пословицы и поговорки, указать сочинительные и подчинительные союзы. Образец. Не хвались силой, чтобы не заплатить спиной. Чтобы у нас подчинительный союз цели. Вы должны продолжить и закончить это упражнение. Ребята, давайте теперь сделаем вывод. Союз – служебная часть речи. Связывает однородные части речи в составе простого предложения и простые предложения в составе сложного предложения. По строению бывают сочинительные и подчинительные, не являются членом предложения, и к нему нельзя отдельно задавать вопросы. Домашняя работа. Ребята, вы должны выполнить упражнение номер 7 на странице 98. С помощью словарей интернета объясните значение фразеологизмов с союзом «как». Вам дается 10 фразеологизмов, которые вы должны объяснить. Урок окончен. До следующих встреч.